И снова всем привет. У нас уже, в принципе, можно считать, что зима наступила. Больше таять не должно. Сегодня у нас по плану сбор сосновой шишки. Вот такие вот шишки. Здесь ее очень много. Надо выбирать деревья. Ну вот, как здесь, к примеру. Одиноко стоящие. Когда они густые сосны растут. Вот как, например, вот там. Вот там вот тоже. Там шишки есть только по краям. Ну и на других есть, но это чисто на макушках. А здесь как бы они с земли собираются на таких вот соснах. Начнем с крайней. Вот тут вообще шикарная сосна. Шикарнейшая. Шишки крупные. Вообще крупные. Почти как кедровые. Вот. Ну все, сейчас будем собирать шишки. Единственное, я забыл дома крючок. Ой, здесь вообще. Посмотрите, какие-то монстры. Шишки так шишки. О, ой, упала. Шишка так шишка. Все б такие были. Блин, тут много тоже. Ведерко-то с этой сосны выйдет. Принимают их у нас в этом году по 40 рублей. Так что, если хотите сдать, куплю по 30. Ну ладно, сейчас. У меня всего 3 часа времени. За 3 часа сколько наберу, столько наберу. Ничего тут сложного нету. Подошел, оторвал, бросил в ведро. Все. Ветку нагнул. Они нагибаются хорошо. Ободрал. Ну и таким макаром. И никуда ползать не надо. А которые сосны вот такие, как вверх идут, нераскидистые. На них, как правило, шишки на верхах. В основном. И они маленькие. Они коротенькие. Вот. Так что, если будете собирать, ищите подобные сосны. Раскидистые. Чем более она корявая, тем лучше. В лесопитомниках специально макушки у них спиливают, чтобы они кривые, косые росли. И тогда шишек больше и крупнее. Ну ладно, начинаем собирать. Thank you.
Вот таким вот макаром собираются шишки. Это у меня набрано за полчаса. Где-то литров 16 уже есть. Еще тут много шишки осталось. Вон я сколько. Ладно. Собираем дальше. Ну вот, первая ведерко есть. Ушло у меня на все это. Сколько? Так, по-моему, 50 минут. 20 литров. Ну, короче, 20 ведро в час. 20 литров. Ведро. Вот это, по-моему, около 10 килограмм выходит. По 40 рублей. Ну, 400 рублей. Спокойным темпом. 400 рублей в час. Ну, то есть, если умножить на 8, то сколько будет? Ну, 3 рубля, короче, можно заработать на шишках. Вот. Ладно, пересыпаем в мешок и идем дальше собирать. Тут вот я так и не понял, от чего сосна сломана. Но это не я сломал, как видите. Она уже летом или даже все иголки сыплются. Желтая. Ладно, зато на ней через пару лет будет очень много шишек. Есть и плюсы. Вперед из песни. Вот также еще шиповник висит. Причем он какой красивый. Без гнили, без ржавчины. Ну, собирать не буду, конечно. Заказ полтонны отбил. Шиповника хватит. Это так, для разнообразия. Он мне, кстати, ни разу так и не начал сниться даже. Несмотря на то, что я его целый месяц собирал. Помню, чага-то мне снилась по ночам. Хватит баловаться. Он решил показать, по сколько штук их растет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук сразу. Здесь четыре, там три, там две. Вот так вот бывает. Ну вот и второе ведерко есть. Сейчас еще, наверное, ведерко собираю домой. Тут пол ведра набрал, сейчас надо переезжать. Уже получается что, 50 литров с вот этим. Ну все, еще он почти пол ведра набрал. Получается, полный мешок сейчас будет битком. Как раз ровно 3 часа, все, мне надо домой ехать за сыном, так что все, домой приеду, завешаю, скажу, сколько получилось. Ну вот, что у меня получилось, полный мешок, 32 килограмма, 1300 рублей, 3 часа работы, то есть даже если еще мешок такой набираешь, это уже 2,5 рубля чистыми. Нормально так? Я думаю, неплохо. Так что, если живете особенно в деревне, работы нету, вы не плачьте. Работа есть всегда. Причем, сами посчитайте, 2,5 рубля в день, 20 дней. Вот вам уже 50 тысяч в месяц. Средняя зарплата Питера, если что.
Ладно. Всем пока, всем удачи.